В 11 часу дня дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Талкихана. Участниками дорожной аварии оказались два автомобиля марки ВАЗ-21099 и Mitsubishi Pajero. Причиной столкновения стал отказ тормозной системы ВАЗа. По словам владельца российской легковушки, внедорожник, двигавшийся по Талкихана в сторону центральной части города, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В этот момент у «Жигули» отказали тормоза. Тормоза внедорожника смогли остановить оба автомобиля. Никто из водителей, пассажиров и тем более пешеходов не пострадал. Все участники дорожного движения отделались лишь легким испугом. А вот автомашинам нанесен материальный ущерб, который, по всей видимости, придется возмещать страховым компаниям. Примерно в 11 часов ночи дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Турар-Рыскулова и Бауржана-Мамышлы вблизи рынка Самал. Здесь столкнулись две легковушки Opel Astra и Toyota Camry, принадлежащие одной из частных охранных компаний. Обе автомашины двигались в одном и том же направлении по Рыскулова в сторону Тамерлановского шоссе. Я ехал по Рыскулова и решил повернуть налево в сторону улицы Мамышлы. В тот момент, когда я пропускал встречное авто, в боковую левую часть моего авто врезалась машина охранного агентства, которая двигалась на большой скорости. Никто из пассажиров и водителей в этой аварии не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. Виновного в этом происшествии установят инспекторы дорожно-патрульной службы. Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло спустя пару часов на пересечении улиц Ташенова и Толстого. Нарушение скоростного режима и движение на запрещающий сигнал светофора привело к тому, что с места происшествия были госпитализированы сразу несколько человек с различными травмами. По словам автоледи, управлявшей Тойотой, она ехала по Толстого со стороны Дулатея. При пересечении перекрестка ей горел зеленый свет светофора. Закончить маневр девушка так и не смогла. ВАЗ, двигавшийся по Ташенова в сторону Талкихана, на большой скорости припарковал иномарку на бордюр. В результате аварии в больницу скорой медицинской помощи были госпитализированы пассажирка ВАЗа и Тойоты. Сами автовладельцы отделались лишь испугом. Автомашинам нанесен серьезный материальный ущерб.